Вітаю! У нашій програмі «Резонанс» ми неодноразово піднімали тему сім'ї. Ми показували вам судові тяжби між чоловіком і дружиною. Подивившись, на які мати Тереза б зневірилася в людстві, настільки низько виглядала одна зі сторін. Судіть самі, швед спокушає на секс у трьох дружину. Він не проти був і сам пуститися на сторону і постигати ботогом своїх жінок. І коли дружина відповіла відмовою, побив її. Потім хотів забрати дитину. Італієць теж хотів зібрати маленьку доньку, яка з гулящим татом, ну ніяк не хотіла жити. Тоді він теж побив дружину і пообіцяв викрасти дитину і підкупив суд. Папа-моляк не хотів платити аліменти, тому чіплявся до дружини за кожну куплену майку для дитини. Вимагав, щоб вона годувала дітей зовсім мало, щоб його не розоряти. Норми харчування встановив такі, щоб в концтаборі краще годували. Чоловіка посадили в СІЗО за те, що завдав дружині множені удари ножем. Але в ході журналістського розслідування з'ясувалось, що поранення то не серйозне. Дружина швидше за все сама собі їх завдала, щоб посадити чоловіка у в'язницю. З цих всіх репортажів, які були в нашій програмі, в сімейних драмах, винен часто чоловік. Але в цей раз все по-іншому. У нас в програмі сьогодні гості Ігор Бамбушкар і його дочка Нона. Ігор не перший раз бере участь в нашій програмі, але перший раз в такій якості. Раніше він допомагав мені розповісти правду про одного негідника. Так, було тіло, да. А в цей раз він попросив нас допомогти. Суть очень простая на самом деле, Дмитрий. Я думал, что все мне по силам, но эта ситуация, она действительно из ряда вон. Моя бывшая супруга Лариса Могила родила мне очаровательную дочку Нику, и сейчас я за эту дочку очень сильно переживаю. Почему? Потому что эта дочь растет под контролем психопатки. То есть я четко на сегодняшний день знаю, что Лариса Могила – это больной на самом деле человек. И я сейчас инициирую суды по лишению Ларисы Могилы материнских прав. Я сделал ошибку, Дмитрий, и мне очень стыдно, что я просмотрел когда-то, что с этим человеком начал отношения с Ларисой Могилой. И вот 257 дней мы были с ней вместе. Я очень хочу написать книгу. 257 дней в аду, я обязательно ее сделаю. Но суть проблемы в том, что, Дим, я очень боюсь за свою дочь Нику. Я очень боюсь за свою дочь Нику, которую 2 года я не видел вообще. Дим, я убежал от Ларисы Могилы на другой континент. Я 2 года от Ларисы Могилы скрывался в Америке. Травлю, какую она сделала, я не мог. Ігор переконаний, що Лариса Могила, розлючена тим, що він її залишив, почала справжню травлю Ігора та його родичів в інтернеті. У соцсетях з'являються фейкові сторінки його доньки Нони, на яких вона якоби визнається в тому, що її батько, тобто Ігор, педофіл. Я почну з питання до вашої доньки. Якщо пошукати в інтернеті, то можна знайти ваша Нона сторінки, і там замість мультиків, замість музики, і того, що повинно бути на сторінці дитини, написані страшні звинувачення про вашого тата. Це ви писали? Я не дякую. Нона, скажіть, як вам живеться? Я побачу брехню, не брехати. Скажіть, батько вас не ображав? Ні, ні разу взагалі. Але ви знаєте, що на тих сторінках пишуть, так? Да, мені говорили. Ну, я нічого про свого отця не писала. Викладала тільки на одній сторінці одну фотографію з папою і все. Скажіть, ви з Ларисою Могилою бачились коли-небудь?
виделись, мне этот человек показался очень приятным. Ну, потом так получилось, что, ну, ненормальный человек. Скажите, вона могла написать від вашого імені на сторінки? Ну, конечно, могла. От таких людей можно ожидать все, что угодно. Тепер про Ігоря. Він успішний лікар, психолог і письменник і живе в США. Він дуже любить Україну і періодично тут буває. Чутки, особливо такого роду, тобто досить мерзенні, найдовше живуть. Мені складно собі уявити моральне обличчя людини, яка здатна створити фейкову сторінку дитини і викладати там подібне. Лариса однажды попросила, клятвенно попросила, чтобы я пригласил дочку Нону к себе домой, к нам домой, чтобы она у нас переночевала. И вот когда она заснула, дочь моя Нона, у меня 6 дочек. Нона, Ника, это только 2, о которых идет речь. Ника – это дочь от Ларисы, а Нона – это дочь от Натальи, это самая старшая моя. Так вот, когда она пригласила, попросила, чтобы я пригласил Нону к нам домой, дочка заснула, вот в 2 часа ночи проснулась и плакала. Это было 3 года назад. «Папа, папа, 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 мне страшно, останься со мной». Я попытался остаться, но эта истеричка, как начала кричать, не вздумала. Думай, она должна быть сама, я не хочу, чтобы ты к ней подходил, у тебя вообще нет дочери, это не твоя дочь, не вздумай к ней подходить. Мне стало так стыдно перед любимой дочерью. И я был уверен, Дмитрий, что она забыла. Но когда полгода назад я спросил дочь, а ты помнишь это? И она сказала, папа, я помню, у меня слезы потекли, что я виноват перед ней, Дима. Я очень виноват перед этим ангелочком, потому что я не смог защитить свое дитя. Скажите, она могла написати від імені вашої доньки? Конечно, могла и делала это, и очень хотела мне насолить, потому что, Дима, меня невозможно поломать, мне невозможно угрожать, потому что я на это не обращаю внимания. Но меня можно разозлить, меня можно только выпить из колеи, только родственнику, папе, маме, жене. Вот. И жена бывшая, это Лариса Могила, она это понимала. То есть, чтобы меня каким-то образом растоптать, нужно клеветать на моих дочерей. А как клеветать? Ну, педофилом объявить, написать в интернете, сделать страничку. Вот, и сказать от имени дочери, что вот, смотрите, папа меня насилует. Это страшно. Ігор, ваші епітети в бік колишньої дружини можуть здатися комусь різкими. Але я хочу, щоб глядач уважно простежив за усіма метарствами цієї людини. У свій час, Ігор, вас оголосили в розшук як безвісті зниклого. Що це було? Я был в международном розыске, это правда. В Америке, когда я пришел к консулу брать документ, чтобы засвидетельствовать, что я здесь, эта консул была перепугана, потому что ей звонили из Украины и такие вопросы задавали, что она потом вызывала меня еще несколько раз. Она подумала, что если она подаст международный розыск, то потом автоматически все имущество заберет. То есть квартиры, которые я ей оставил, ей мало, офиса ей мало. Вот. Она думала, что она заберет все остальное. Там какие-то книги, какие-то дорогие вещи. Когда я вернулся через 6 месяцев и попытался в полиции доказать, ребята, я живу, со мной все нормально, меня не расчленили. Не хотели снимать, Дима. Мы начали подавать в суд, мы начали писать заявление, и только через месяц из полиции пришло официальное уведомление, причем второе, что вас наконец-то сняли с розыска. Можете быть спокойны, вас сняли с розыска. То есть до людей достучались. Первая неудача Ларисы. Ігор знайшовся. Скажите, вас разве в суд, что вы ей залишили? Значит, было 2 квартиры, Дим. Одну квартиру я оставил ей, сейчас она живет там с дочкой Никой. И вторую квартиру, это офис, в котором я принимаю людей, значит, она хотела забрать тоже. И вторая линия судов, помимо развода. Первая линия – это развод. 2 года нас не могли развести, потому что придумывала такие истории, подделывала документы, подделывала справки и компенсировала мозги судьи. Суд первой инстанции развел, она подала апелляцию. Апелляция подтвердила, значит, развели нас за 2 года. Друга невдача Лариси – скаргу відхилити і шлюб розривати.
Она потрепала нервы. Эта добрая девушка, святая, я считаю, высокоморальная, высокодуховная, добилась того, Дмитрий, что я получил инсульт. Не успела она. Не успела она при жизни с ней этих 257 дней в аду. Не успела она до моего побега в Америку меня отравить. Не удалось. Организм крепкий. Ось видео, де ваша дружина намагається зайти в ваш офіс з поліцією. Вона від них вимагає, щоб її пустили туди. Я так розумію, що ця спроба неодноразово проводилась. Більш того, хлопцями в балаклавах. Это когда я был в Америке, значит, она с людьми из правого сектора решила... В балаклавах? В балаклавах, да, она решила отжать этот офис. Попытались выламывать дверь, но слава богу, что у нас есть юридическое сопровождение, есть очень профессиональный юрист. Юрист завел самого главного этого человека в балаклаве, показал, что здесь нет сепаратистов, потому что меня в сепаратизме объявляли. У вас сепаратисты, да, вы же поддерживали всегда только Украину. Только Украина, я все отдал для Украины, я готов... жизнь отдать ради України. Звинувачення в сепаратизмі, так само як звинувачення в педофілії, діє безвідмовно. Навіть якщо людина невинна, на нього лягає надовго пляма. Але Лариса і тут, за словами Ігоря, не змогла довести його винність і забрати під шумок помещення. Когда этот главный ихний зашел в офис и увидел, что здесь порядок, здесь висят иконы, здесь идеальная чистота, а ему же рассказывали, и он же бригаду привел, ему же рассказывали, что здесь живут сепаратисты, там бутылки, там бомжи, портрет, короче. Там, да, да, понимаете, он зашел, а тут все порядок. Да, тут порядок, тут книги везде, я же имею очень много книг. И он извинился, то есть этот человек в балаклаве, он сказал... Великие люди, большие люди меня попросили, я не мог отказать. Извините, извините. И вот эта толпа, 20 человек, с первого до пятого этажа, все было, люди в балаклавах. Собрались, смотки и ушли. Але цим, друзі мої, все не закінчилося. Далі Лариса Могила заявила, що ви божевільний, душевно хворий, і вам довелося судді доказувати, що ви не верблюд. Тобто брати довідки, так? Она была уверена, что если она сможет доказать суду, навешать лапшу на уши, что я душевно больной, то суд вернет решение суда о разводе. Суд вернет все то, что ей якобы принадлежит, потому что она считает, что ей что-то принадлежит. Поэтому она дошла до кассационного суда по невменяемости. 2,5 года она пыталась доказать суду, что я сумасшедший. 2,5 года. И если она в интернете, на канале, на каких-то говорит, что она такая святая, она такая добрая, она якобы благотворительностью занимается, то я хочу, чтобы ее поклонники посмотрели доказательства, вот эти вот решения судов, где четко показано, что она просит, как она хочет из меня сделать сумасшедшего. Я действительно брал справки. Я психиатр официальный, Дима, дипломированный. Я брал справки у психиатра и у нарколога. Я же охотник профессиональный, понимаете, о каком сумасшествии. А консультируют, понимаете, такие же идиоты, как и она, консультируют, потому что людям хотелось имущество мое, понимаете? Хотелось им... Вот бриллианты, у всех в голове бриллианты. Я всем людям говорю, не сделают бриллианты вас счастливыми. Не сделают. Четверта навдача Лариси Могили. Її скаргу суд відхилив. Нона, щоб ви не скучали, вот напишіть, будь ласка, твір про батько. Вот невеличкий такий, на пару строк. Що ви про нього думаєте? И я, Дима, хочу извиниться перед своей дочерью за то, что она вынуждена страдать популярность отца. И я очень хочу, чтобы моя дочь понимала, что нужно развивать свой ум. Потому что если она, не дай бог, где-то это увидит своими глазами, если ей в школе это будут попрекать, она должна знать, что сказать. Понимаете? Uh-huh. То есть для меня это очень важно. То есть ребенок делает себе карьеру. И я каким-то образом, своей популярностью могу этой карьере ее повредить. Что тут мы написали? Папа, я не брошу никогда. Я люблю тебя. И я с тобой я буду всегда. Я не предам тебя. Надо самые хорошие слова. Да. Очаровательный ребенок. Ви людина не бідна, постає питання аліментів. Я можу припустити,
що Лариса судилася з вами через них, так? Вначале ради денег, а потом, когда не удалось меня удержать, когда я убежал в Америку, она же удивилась, потому что были прослушки, наняла детективов, эти полицейские люди. То есть, Дима, я настолько красиво сыграл, потому что я понял, что слушают и контролируют каждый шаг. Соцстранички, телефоны, это красивая была игра. То есть я оценил, сколько денег она потратила на все это и понял, что нужно прикинуться дураком. Вот. И поверьте, что было нелегко уехать в Америку. Было очень нелегко. Да, она действительно хотела денег, но когда я скрылся от нее в Америку, значит, она затеяла алименты. Значит, она требовала от судьи, чтобы я платил ей алименты 70 тысяч гривен ежемесячно. Написала она, что охрана ребенка, личный повар, личный водитель, значит, ну там куча... Врач, да-да-да. Там куча всего. Это, конечно, ну идиотизм. То есть девочка сама показала, что она идиотка. Но она не подумала, что есть телевидение, что можно выйти на телевидение, показать честным журналистам решение судов. И все это когда-то всплывет. Да. Ну вот мы как раз сейчас подивимося решение, да? Я та невдача Лариси, невдача з аліментами. На особистого лікаря, кухаря, вихователя грошей суд не дав. Скажіть, в вашому житті реально щось загрожувало? Каждый шаг на контроле, какие-то люди постоянно шманают, какие-то люди постоянно смотрят, знаете, и когда ты понимаешь, насколько твоя жена выяснилась бывшая истеричная, психопаточная, насколько она же Клеопатрой, имя же Клеопатры был, а Клеопатра это та, кто переспал с ней, на следующий день чик и головы нету, понимаете, и вот она же была Клеопатрой, ей же там предсказали, что она египетская богиня, Клеопатра, и девочке показалось, что надо также и с супругом проработать эту тему. А не получилось. Супруг оказался под покровительством высших сил. Не удалось. Да, Дима, угрожала реально. И я считаю, что это, слава Богу, что я с детства занимаюсь единоборствами. Потому что инсульт, Дима, это стопроцентная смерть. Либо инвалидность. Лариса, вы ее бачите, рекламує постельну білізну. Жінка програла суди з чоловіком. Як нам повідомлюють, зараз не в силах заплатити за подаровану їй квартиру. Ігор хоче, щоб вона пішла з його життя і не докучала ні його, ні близьких. Його бажання просте і зрозуміле. Тепер добре б вислухати саму Ларису. Якщо чесно, мені складно уявити, щоб жінка, мати, могла дозволити собі таку мерзенність по відношенню до дитини. Обязательно сказать, как она шантажировала меня тем, что ребенка выбросить Нику, и как я убегал к ее маме, и когда маме позвонила, сказала, немедленно возвращайтесь, мама, а то я сейчас выброшу Нику из окна. И мама такая мне говорит, Игоречек, ну давай, потому что она невменяемая, она может, когда вот в истерике, еще не дай бог с ребенком что-то сделает. И Светлана Васильевна свидетель, ее родная мать свидетель, что я уходил из дома дважды и возвращался только потому, что шантажировала моей дочкой. Дети для меня это свято. Дима, діти – це свято. На цьому прощаюся з гостями. Побажаю вам добре зустріти Різдво і Новий рік, і щоб в наступному році вас минули усякі проблеми. У нас подарунок. Ось такий мішка. От. Я вручаю вам. Так. А на цьому я прощаюся з вами. Зустрінемося на наступному тижні.